Բարեկեցիք, երկրի գործընկերներ, մենք Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Տարխանովի հետ խաղում մամուլի ասուլիս։ Սկզբում մարզիչը խոսի խաղի մասին, այնուտեղ գտավ ձեր մարզիչը։ Да, я понял уже, да. Ну, ход матча, исходя из того, что у нас был, у нас сегодня Ерик не так готов был, простудное заболевание было, Манучарян Армен простудился, Карлин какой-то вирус тоже поймали, они, в принципе, до начала матча мы решали, кто будет играть. Вот, ну, Ерик, в принципе, настоял, чтобы его поставили, вот, он говорит, я тайм отыграю. И он достаточно неплохо очень выглядел в первом тайме, и в обороне играл, и в атаке начинал. Вот. Арменом уже по замене, потому что Сироп тоже травму получил, мы заменили. Поэтому, исходя из этого, у нас, плюс учитывая, что у нас есть группа игроков, которые недавно пришли, тоже еще состояние оптимальное. Поэтому выбрали как бы оборонительный футбол, но в большей степени, особенно во втором тайме. Учитывая, что мы вели 1-0, и сегодня достаточно строго сыграли. Вот, и расчет на контратак, как бы мы все голы забили в контратаках. Այսօր Էրիկը կարդանի և Մանուշարյանը մատարող չէ, ինչեն խալսկից մենք են որոշում թողքեր են խաղալու, ինքը բնդեց որպեսի լինի և բնդեմ մի խաղակեց խաղա և իրեն բաց չտրսավորեց և պաշտպանում էր և մի անում հարցարումների ժամանակ Սերոպին փոխարինեցին Կարմենով, քանի որ Սերոպը վնասված ստացավ և նորեկներն էլ այդքան էլ ինչը իրենց լավագույն մարզավիճակում չեն, այդ պատճառով պետք էր կամաց-կամաց նրանց բերել այդ վիճակին և առաջին խաղակեցը մեր ձեռով հաղթելուց հետո Можно сказать, что вы сегодня как бы вышли против своих принципов, потому что после первого гола вы играли, то есть... Ну, я думаю, второй тайм. Первый тайм мы играли. Вы играли на контратаках. Да, да. Ну, я думаю, что 35 минут мы играли, в принципе, и контролировали, и атаки проводили. А потом, да, мы как бы, учитывая наше состояние, мы так оборону выстроили. Ну, сегодня самоотдача хорошая была. Вот, и ошибок не допускали, таких как с предыдущим соперником Ноем. Вот. Если бы мы так же играли с Ноем, я думаю, тоже бы обыграли их. Но не получилось так сыграть. Մենք 35 րոպե նաև գնդակի պահում և խաղում ենք պաշտպանությունից, նաև ասեմ, որ այսօր նաև ֆուտբոլիստների հավելվածությունն է շատ, ամենաանցորդ են խաղում, և անհատական սխալներ մեր նվազագույնի հասցվել, և եթե մենք այսպես նորայի հետ խաղային, կլիներ հաղթական հաշիվում։ Как будто организованно играли, особенно контратаки, и почти все контратаки, три момента, три гола. Но кажется, в защите не так хорошо играют, потому что я шесть голевых моментов создал Лори. Только четыре голевых момента создал Джорнель Десире. Дважды в первом тайме 1-1, потом гол, потом... Ну, такой матч бывает, мы с Араратом Ереваном играли, мы в первом тайме должны 5-0 были вести, а проиграли 4-1. Нет, 4 подхода. Нет. Ну, есть, у нас все-таки еще только первую игру Соломон играет, первую игру. Вот, еще тоже состояние оптимальное, потому что он только 2 недели назад приехал к нам, плюс пока контракт закончился, он ждал, он 2 месяца практически без работы был. Так тренировался сам, но это же совершенно другое. Поэтому мы давно его поставили, если бы он грамотный очень парень. Вот, давно бы поставили, но плюс у нас вынуждено было, мы Артака, правого защитника сделали, хотя он хорошо сыграл, на мой взгляд. Вот, во втором тайме были проблемы, но он доиграл. Сироп Григорян тоже у него есть проблемы, поэтому у нас есть сейчас много проблем есть. У нас и вот уже, хотя сегодня все выцарапал, вот, но все равно тоже еще нужно время какое-то, чтобы он набрал оптимальную форму. Вот, так же, как и Озбилес тоже еще пока не готов так играть. Поэтому здесь много есть проблем таких. Ներողություն։ Ներողություն։
Вопрос про Манчаряна и Сычева. Они уже тренируются? Ну, Сычев в Москве пока не приехал, там у него тоже проблема. А Манчарян работает уже. Ну, еще не в общей группе, но работает. Сычев на исправлении. Я думаю, может, через неделю уже в общую группу войдет. Но тоже еще надо набирать ему для форм, потому что здесь мастерство мастерством, а функция должна работать хорошо. Потому что если функция не работает, не успеваешь ничего сделать. Сегодня играл новый центральный защитник и забил гол. Что вы скажете по нему? Не, ну я считаю, что он очень грамотный. Я еще раз повторю, что состояние пока не оптимальное у него. Вот. А так он очень грамотно и позицию хорошо выбирает практически. Вот одну ошибку допустил, когда пропустил мяч. Здесь, в принципе, защитник, который не обладает скоростью, не должен пропускать. Он должен останавливать и быстро отдавать. Или выбивать мяч. Если не сумеет обработать, значит, должен выбить его, чтобы не потерять. Кроме этой ошибки, в принципе, он так, в принципе, воздух выиграл все. Внизу тоже хорошо выиграл, поэтому я считаю, что хороший футболист. На ворбес башмаша кураги тегурту на дикалуме я кретян схарготе за тамене ми дребагуна схарвец и тенчес карван ми те дула башмана си тенчес карван касе сенгендега а попитке ай дашто самнели тус айлесен процес а не сорби ворбуси схарвелу ут на ворбусу и минимали асцен. Сори, я кого ти ми цирку футболист пресан кайстани не настави. Сегодня на скамейке запасных мы увидели двоих футболистов, которые играют в дубле. Предыдущий тренер ставил над этим акцент, потому что для него было главное, чтобы дать шанс футболистам с дубля для первой команды, чтобы они как бы проходили дальше и дальше. Как, ну, когда вы пришли, как будто этот процесс затих, как вы... Не, ну у нас изменилась команда совершенно, у нас все молодые ребята стали. Это там, когда есть более взрослые, там 20-21 год, мы можем вот там привлекать. Но мы сейчас привлекли их. Эту группу завтра будут тренироваться с нами. В последних играх на скамейке запасных видны Карташяна. Как вы думаете, что вы думаете о нем? Не, он мне нравится. Я в том году смотрел несколько игр с его участием. Он такой грамотный парень. И какие планы у вас? Нет, мы его на него надеемся. Просто у него не такая травма голеностопная была. Он очень много пропустил и на сборах не был. Он только первую игру за дубль сыграл. Поэтому так, в принципе, мы рассчитываем на него. Мы